Знаете, я просто хочу с вами поделиться тем, что я бесконечно люблю эти лица. Ведь правда, они полны любви, доброты и света. Эти люди живут в городе под названием «Обитель рассвета». Не слыхали о нем ничего? Неужели? Это к нам вертолеты полгода назад прилетели, грохотали над крышами наших домов низко-низко и похитили наших друзей, самых близких. Непонятно, зачем налетели, откуда и кому помешало это маленькое таежное чудо. Говорят, что глаза — отражение души. Вы вглядитесь. Разве люди с такими глазами способны на дикость, на дурное? Да нет, невозможно. Они просто пытаются жить с верой Богу, как бы ни было сложно. Но зачем им мешать? Ведь они никому не мешают. Они строят дома, они любят, детишек рожают. Умножают добро, как умеют, порой беспечны и наивные, верят, что в каждом душа живет вечно. Вот и все поделилось от сердца. И, в общем-то, без ожидания ответа. Счастье всем, кто услышал. Мой адрес — обитель рассвета.